Мы решили более подробно снять обзор на наши квесты. Начинаем мы с дух леса для улицы. Первое, что мы видим, это коробку. Коробка, она расписная. Здесь изображен наш главный герой, его лес загадочный. Для чего это участники узнают в конце, когда его освободят. Открываем наш набор. Первое, что мы видим, это инструкции. Инструкция очень подробная, от состава набора, подготовки игры, куда мы прячем загадки. И ход игры и ответы, для того, чтобы, если участники будут затрудняться, родители всегда им смогут помочь. Что мы видим тут? Мешочек. В мешочке у нас и конверты все пронумерованы. Этот номер 2. Тут у нас апельсин. Выглядит действительно как настоящий. Положить к фруктам, и не сразу можно догадаться, что это все-таки муляж. Внутри у нас, конечно, лежит подсказка и ключик. Тут у нас такой идет конвертик с разъемным шариком. Давайте его откроем. Этот шарик, тут у нас лежит ключик и подсказка, чтобы перейти к следующему этапу. Яблочки, конверт с яблочками. Яблочки у нас 3 штучки. Мы решили положить побольше, чтобы развесить на разные деревья. И участники не сразу догадались, где найти нужное. Конечно же, самый главный мешочек у нас с подарками. Первое – это послание к нашим участникам с благодарностью от главного героя, где он преподносит им набор художника и предлагает пофантазировать и раскрасить эту прекрасную коробку, как они вот ее видят. Это его загадочный лес. У нас идет кодовый замок. Кодовый замок у нас идет с биркой, с подсказкой, как правильно открыть его. И фонарик. Фонарик будет указывать на коробку, когда она будет спрятана. Он достаточно яркий, все все увидят. У нас идет такой мешочек с бомбочкой внутри. Бомбочка также оранжевого цвета, она имеет аромат апельсина. Все не просто так, весь реквизит, он взаимосвязан. И такой шарик огненного цвета, внутри него ключик. Конверт. В конверте у нас лежит шарик воздушный, в нем подсказка. Ее нужно будет залить водой, повесить, а участники будут сами думать, как ее удобнее будет достать. Ультрафиолетовая ручка тоже нам понадобится, чтобы понять... Для чего сначала надо будет пройти лабиринт. Лабиринт у нас также идет с ключиком на цепочке, потому что он закрыт на замок, чтобы открыть тайную дверцу и понять, куда же дальше нужно идти. И самое главное, с чего все начинается, это, конечно, конверт, который вручается детям. Это послание рыжего лиса к нашим участникам. Вот такая вот общая картинка со всеми стихиями. Вот он, рыжий лис, его фантазийный лес. И вот просьба, которую он говорит нашим детям. Сам ящик, он достаточно вместительный. Посмотрите, туда помимо наших подарочков помогут поместиться и ваши какие-то призы. Он закрывается, да и в дальнейшем он может просто использоваться. Так что увлекательные игры.